Этой точке начинается Республика Алтай, и эта стела символизирует собой горы и солнце. Почему? Потому что в Республике Алтай много гор и много солнца, и люди там в массе своей язычники. Программа «Уникальные места России» отправилась изучать Алтай, одно из самых удивительных мест на планете. Здесь кристально чистый воздух, богатая и загадочная природа и умопомрачительные виды. Вот ради чего надо было сюда подняться. Это место стыка древних цивилизаций. Место силы, тишины, уединения и мудрости. Здесь живут особенные люди. Их бог – природа. Алтай делится на два административных образования – Алтайский край, его столица Барнаул, и Республику Алтай, в которой есть один единственный город – Горно-Алтайск. Он же является и столицей. Начнем наше путешествие с Горного Алтая. Здесь проживает совсем немного людей, всего 220 тысяч человек. И если сопоставить с площадью, то на каждый квадратный километр приходится не более 3 человек. Площадь Республики Алтай составляет 93 тысячи квадратных километров. Это просторы, чередующиеся с долинами и величественными горами, пейзажи, удивляющие своей первозданной природой и красотой. Сейчас я поднимаюсь по тропе урочища Чичкыш. Чичкыш в переводе с алтайского означает «узкое место», потому что дальше вот эта тропа уже сужается, горы становятся ближе друг к другу. И еще алтайцы считают, что здесь живут духи. Надеюсь, мы с ними не встретимся. Именно поэтому урочище Чичкыш еще называют «долиной горных духов». Местные жители говорят, что и по сей день бывает, что здесь пропадает скот. Считается, что его забирают горные духи. Урочище Чичкыш знаменито еще и тем, что здесь есть на скалах петроглифы – старинные наскальные рисунки. Расположены петроглифы на скалах в долине духов, которая начинается за водопадом. Но вечер в горах наступает стремительно, и мы решили не испытывать судьбу в этом сакральном месте в темное время суток, а просто наслаждались красотой. Ну вот теперь я понимаю, зачем я прошла всю эту тропу. Здесь действительно очень красиво, это вот вершина той тропы, по которой мы поднимались. И отсюда открывается великолепный вид, панорама на горы. Но здесь вид открывается не только на горы, но и на реку. Вот ради чего надо было сюда подняться.
повсюду на Алтае можно встретить вот такие небольшие пирамидки из камней. Но это делают люди для того, чтобы вернуться. Ну, я положу сюда камешек в знак того, что я надеюсь, что я вернусь сюда. Интернет-магазин altaymag.ru встал на стражу вашего здоровья. Чистый горный воздух и разнообразие лекарственных трав и растений придают алтайским продуктам особые целебные свойства. Только для наших любимых телезрителей скидка в 10% на лучшие товары Алтая и Сибири по промокоду TV2020 в интернет-магазине altaymag.ru. В культуре алтайских народов природа занимает особое место. Природа – это и есть Бог. Поэтому они поклоняются духам камня, воды, огня, солнца и считают, что у всего есть душа. Так как мы под открытым небом молимся Богу солнца, Богу луне, Богу неба. А потом, ну, уже 300-400 лет тому назад окультурили. И вот стали называть Ахтян – «Белая вера». Таисия Петровна Бардина – хранительница музея, который создал ее супруг Бардин Александр Кендишевич. Музей построил на участке своего частного дома в Чимале. Возводил все на собственные деньги. Идея создать музей и внести свой вклад в сохранение самобытной культуры Алтая пришла к нему после того, как он был избран Ага Зайсаном, старейшиной всех алтайских народов. Алтайцы делятся по родам. Род Майман, род Кыпчах, род Иркит, род Мундус. По этим фамилиям и многие-многие другие писались раньше фамилии. Вот у Майманов белая собака. И вот так на дереве резали и над дверью прибивали. То есть это белая собака, это вашего рода? Мужева. Но мой муж выбрал имя своего прадеда Барди, от этого слова фамилия Бардин сделали. Теперь муж с женой должны быть из разных родов. Вот. А дети продолжают род отца, что девочки, что мальчики. У каждого рода есть свое знамя, состоящее из трех цветов. У майманов третий свет огонь обозначает, а у других могут быть и белый свет, и зеленый свет, и оранжевый свет. То есть у каждого рода свой цвет, да, свой двое свод. А вот эти два света на всех знаменах – символ неба, символ солнца. Сейчас музей расположен в трех аилах, а начиналось все с желания Александра Кендишевича Бардина сохранить наследие предков. Вот мой муж, но хотя бы, говорит, хоть аил, говорит, люди представляли, вот и построил. Такой большой, огромный. Аил – это традиционное жилье алтайцев, существовавшее с древнейших времен. Аил делится на мужскую и женскую половины. Левая – мужская, а правая – женская. На правой стороне – утварь, кухня, а на мужской – седло, сбруя, оружие. В центре – очаг, а рядом с очагом, в самом теплом месте – детская колыбелька. Но чтоб ребенок его не обописал, следите за моей рукой, что я делаю. Вот тут вешали кожаный котелочек, чтобы моча ребенка стекала. Чтоб большой матрасик каждый день не стирать, не мыть, не сушить, делали вот такую. Приспособление какое грамотное. И на него надевали вот таким образом. Вот это есть. Раз у нас новое слово появилось, будем употреблять памперс древний. Но самое главное место в аиле – это алтарь. Расскажите, что должно лежать на алтаре алтайца? Вот, в первую очередь арчин. А потом, в вторую очередь, это кремниевые камни. С гор переносили парни и мужчины. При помощи этих камней добывали огонь, который поддерживался в очаге всегда. Ведь огонь давал тепло и еду.
А вот зона между очагом и алтарем священна. Перешагивать ее нельзя. Считается, что это может разгневать духа огня и вызвать болезнь хозяина жилища. А чтобы задобрить огонь, его иногда подкармливают, бросая в него кусочки мяса и сала. Таисия Петровна, спасибо вам большое. Я вам хочу подарить хумус от компании «Полезные продукты». Хумус называется «Тайны Востока». Держите. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо вам за вашу экскурсию. Было очень интересно все. Желание соприкоснуться с настоящим Алтаем непременно поведет вас дальше, вглубь республики. Самые впечатляющие места находятся далеко от цивилизации. Катунь – одна из главных рек на Алтае. И вот я сейчас направляюсь по деревянному подвесному мосту. Кстати говоря, мост автомобильный. Вот по нему ездят автомобили. А вот здесь, вот в этой части реки, расположены такие скалы, которые напоминают хвост дракона. Вот они. Река Катунь – это главная природная достопримечательность Горного Алтая. Ее протяженность составляет почти 700 километров. Название реки произошло от алтайского слова «кадын», что в переводе означает «хозяйка». Уникальной особенностью этой реки считается то, что она в течение года меняет цвет. Весной и летом воды реки имеют грязно-молочный оттенок. Это из-за того, что идет обильное таяние ледников, которые впадают в реку. Осенью же вода становится прозрачной и бирюзовой, потому что в это время года река питается подземными источниками. И нам повезло, что мы приехали на Алтай именно осенью и увидели эту невероятную красоту. И теперь понятно, почему реку называют «Бирюзовая Катунь». Экстракт хельвисана состоит из концентрированного сока целебных грибов. Агарик, веселка, кордицепс, шиитаки, рейши. Концентрат производится по швейцарской технологии – холодной экстракции, без применения химических консервантов и высоких температур. Технология позволяет сохранить все активные вещества и сгустить их до целебной концентрации. Экстракты хельвисана производят на организм эффективное оздоравливающее и омолаживающее действие. Экстракт хельвисана имеет очень удобный флакон – пипеткой, дозатором. Одно из наиболее загадочных мест на Алтае – это Каракольская долина. Здесь редко встретишь туристов, здесь нет гостиниц и туристических баз. Это сакральное, священное для алтайцев место, в котором многие тысячелетия назад пересекались различные эпохи и цивилизации. Ее еще называют «Каракольская долина смерти». И если древние курганы на Алтае нельзя назвать какой-то редкостью, то их плотность в долине Каракол просто поражает. Кажется, вся долина буквально усеяна ими. Это один из 52 башадарских курганов скифского периода 3-5 веков до нашей эры. Здесь, в Каракольской долине, таких курганов два. Все курганы состоят из камней, которыми покрывается погребальная яма. И чем больше камней, тем выше курган, соответственно, тем более знатный человек здесь погребен. У каждого кургана установлены каменные стелы, и каракольские изваяния являются самыми древними на Алтае. В одном из подобных курганов только на плато Укок на высоте более 2000 метров над уровнем моря была найдена знаменитая укокская принцесса. Мумия молодой женщины, жрицы пазырыкской культуры скифского периода 5-3 веков до нашей эры. Из-за климатических условий и особенностей погребального сооружения в могиле образовалась линза вечной мерзлоты, которая и позволила мумии сохраниться на многие века. Вместе с мумией в захоронении обнаружили хорошо сохранившиеся одежду и обувь, посуду и лошадиную сбрую, а также украшения и ритуальные вещи.
Первоначально укокскую принцессу перевезли в Новосибирск, но после этого на Алтае начались природные катаклизмы, и старейшины Алтая призвали вернуть ее туда, где она была найдена. Сейчас ее можно увидеть в музее Горно-Алтайска, но лишь по определенным дням и в дни проведения ритуалов. Во время ритуалов шаманы-исказители используют горловое пение. Оно позволяет войти в состояние транса, окунуться в мир эпоса и даже войти в параллельные миры для общения с духами. Каменное масло – это природная субстанция. В него входит 48 минералов, и добывают каменное масло в горах. У компании «Саширамет» есть целая линейка продукции, содержащая каменное масло. Например, интенсив-формула долголетия – это каменное масло с белым мумиё. Каменное масло эффективно восстанавливает иммунитет и собственную микрофлору кишечника, а также способствует обновлению клеток, а значит, продляет жизнь. И это верный путь к долголетию. Каракольскую долину без преувеличения всю полностью можно назвать огромным археологическим памятником. Всего в окрестностях обнаружено порядка 5000 различных культурно-исторических и археологических памятников, в том числе это петроглифы, которыми также знаменита Каракольская долина. Вот на этом скальном образовании расположено святилище Бичиктубом. Бичиктубом с алтайского переводится как «отрог горы с письменами». Письмена и рисунки здесь разных исторических периодов, начиная со скифов. Вот здесь, на вот этой, казалось бы, неприметной части скалы, на самом деле расположены древние руны. Текст, нанесенный вот здесь, переводится следующим образом. «Великий отец человечества Тенгри, вот до этих пор, возвысь человечество, благодарное тебе». И вот здесь вот подпись «Твой сын». Обычно вот такая надпись ставилась именно у подножия скалы, у подножия святилища. Кстати, в непосредственной близости от святилища расположена деревня, вот она, которая так и называется по названию святилища – Бичиктубом. Если подняться выше, то вот здесь, на этой скале, можно увидеть петроглифы различных археологических периодов – скифского, тюркского и афанасьевского. В Каракольской долине есть несколько мест, где нанесены наскальные рисунки. Вот я сейчас спускаюсь по горе Карату и направляюсь я к древнему охотничьему алтарю. Вот здесь вот он расположен. Вот эти петроглифы были нанесены еще во времена скифов. И за все время существования они не обновлялись. Более того, до сих пор охотниками он используется в ритуальных целях. Вот здесь вот в верхнем углу изображена достаточно большая фигура лося с такими ветвистыми рогами. Вообще рога это олицетворяют солнце собой, да? И дальше за ним идет такое достаточно большое стадо. То есть это вожак, который ведет свое стадо на восток. Считается, что души убитых животных уходят именно на восток. Трехкилометровая долина вдоль реки Каракол со всех сторон защищена высокими горами и практически не затронута цивилизацией. Вот в этих трех деревнях Каракольской долины сохранилось этнически чистое население Алтая. Местные жители до сих пор сохраняют традиционный алтайский уклад, с уважением относятся к природе, не поднимаются на горы, которые считают священными, и не ходят на реку за водой после наступления сумерек, дабы не тревожить духа воды. Вода для алтайцев является источником сил и целителем. Именно благодаря туроператору «Большой Алтай» мы увидели уникальные места Алтая и нехоженые тропы этой удивительной республики. Алтайская земля богата минеральными источниками. Здесь есть радоновые источники, кремниево-калиевые и серебряные. Вот здесь вот расположен источник, который называется Арджинсу. И вот здесь вот табличка, где написано «Вести себя тихо, не кричать, потому что это святое место
для алтайцев. Здесь несколько источников. Вот там подальше, но туда до него добраться сложнее. И вот здесь. Вот эта вода. Вкусная. Даже в самом экстремальном путешествии не стоит забывать о своей коже, но средство по уходу должно быть обязательно натуральным. У бренда Сиберина есть такой продукт – пенка для умывания «Глубокое очищение» с фруктовыми кислотами. Это мягкое очищающее средство на основе природных компонентов оптимально подходит для ухода за кожей лица. Фруктовые кислоты оказывают эффект легкого пилинга и активизируют регенерацию клеток. В результате кожа становится более эластичной, а цвет лица – свежим и сияющим. Чтобы сохранить природу и самобытность народа, населяющего древнюю долину, в 2001 году был образован национальный парк Уч-Энмек. Название парку дала гора Уч-Энмек, которую местные жители с давних времен считают священной и относятся к ней с особым почтением. В глубине тайги Каракольской долины находится священное озеро. Называется оно Арукем, что в переводе означает «чистый источник». Туда я сейчас и отправляюсь. Если обратить внимание, то на некоторых хвойных деревьях можно заметить вот такое вот растение, такой мох. Он растет и вот на сосне, и на еле. Это называется сфагнум. То есть мох, который вырастает только в том месте, где экосистема благоприятная. Вот здесь, в этом месте, экология просто безупречная, потому что практически на каждом хвойном дереве можно встретить вот такое растение. Я хочу сказать, что путь к этому священному озеру нелегок. Нужно подниматься все выше и выше, выше и выше. И пока это еще не финал. Вот это священное озеро Арукем. Высота, на которой находится это озеро, 1800 метров над уровнем моря. Питается оно за счет подземных источников. И что самое интересное, глубина его до сих пор неизвестна. Об этом озере ходит много легенд, и одна из них гласит, что однажды конь, упавший в это озеро, понятное дело, что он утонул, а вот седло этого коня всплыло в другом озере. Но это наводит на мысль, что где-то между этими озерами существует подземный канал. Это озеро называют священным, так как оно находится рядом с почитаемой горой Уч-Энмек. Считается, если гора хорошо видна, то есть открылась человеку, значит, он пришел с чистыми помыслами. Ну что ж, нам гора открылась. С берега этого озера просматриваются заснеженные вершины Терехтинского хребта, а там, за этими вершинами, Уймонская долина – еще одно необычное место Алтая. Но есть в Каракольской долине и современный памятник, который местные жители почитают не меньше, чем древние места духов. Сейчас я поднимаюсь к памятнику, который посвящен суслику. Вот этот памятник суслику. Этот памятник установлен на деньги местных жителей. И для жителей Каракольской долины он очень важен. А вот почему он имеет такое важное значение, расскажет Алексей. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Владислава. Так почему же этот памятник столь важен?
для жителей Каракольской долины? Знаете, дело в том, что суслик во время Великой Отечественной войны, он буквальным образом спасал жизни детей всей вот этой долины. А каким образом это происходило? Дело было в том, что времена были очень тяжелые, и есть практически было нечего. И местные дети, они буквально каждый день бегали по долине и охотились на вот этих сусликов. То есть они питались, по сути дела, он спас им жизнь, да? И за счет этого они смогли выжить и продолжить свой род. Местные жители мне достаточно часто рассказывают такие истории со слезами на глазах, причем, как будучи еще маленькими детьми, они бегали по этой долине, и только вот наступала весна, они начинали охоту на сусликов, пытаясь как-то прокормить себя и непосредственно свою семью. А кто установил памятник и кто был скульптором? Памятник установил местный скульптор из села Каракол. То есть он местный житель, да? Да, 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 он местный житель. И вот благодаря ему был поставлен этот памятник. Собственно, если мы взглянем на лицо, оно зеркальное и определенного образа не существует. Почему? Потому что каждый взрослый человек, житель вот этих сел, он подходит к этому памятнику, смотрит в лицо и видит отражение себя, отражение своих детей, близких, родных. И, своего рода, да? Да, своего рода. И для них это очень значимо и ценно. Вы знаете, и однажды во время одной из экскурсий у меня был турист из Иркутска, из Иркутской области. И когда он увидел памятник, посвященный суслику непосредственно, на его глазах выступили слезы. И долгое время он просидел здесь и проплакал. Он был настолько восхищен. И тронут, видимо, тронут, да? Вот да, тем, что когда-то даже он, житель Иркутской области, живя где-то в глубинке, в деревне, он занимался практически тем же самым. Также босоногими они бегали по полям, ловили этих сусликов и пытались прокормить свою семью и себя. То есть, в общем-то, ну, суслики, это они помогли выжить детям и людям во время войны совершенно всему сибирскому региону. Да? Так и есть. Памятник установлен таким образом, что поднимающихся к нему он встречает спиной, но в этом заложен определенный смысл. Мальчик сидит лицом на восток, в сторону Чуйского тракта, и ждет возвращения отца с фронта. Для жителей Алтайской республики земля, вода, горы и их собственная жизнь составляют неразрывное единство. Поэтому вера в живую силу природы не относится к категории мифологизированных преданий старины, а продолжает действовать в современной реальности. В следующих программах мы отправимся на Алтайский Марс, увидим удивительное живое голубое озеро и побываем на перевале в Чикитаман.